Какая красота! 28 июня 2024 года. Но еще круче, когда попадаются такие беленькие грибочки. Я уже нашел несколько, но не стал показывать. Решил начать съемку именно вот с этих красавцев. Березовых белых грибов. Птички поют. Буду показывать только интересные находки. Все подряд показывать не буду. Поехали, друзья, пособираем грибов. Птички поют, солнышко светит. Попалась мне до этого поляночка из 4 штук, но я не стал показывать. Не такие уж они грибочки. Не впечатлили меня, чтобы я их показывал, но попался вот такой. Вот этот впечатляет. Да, под шляпкой очень красив, беленький, берем. Друзья, очень интересная находка. Я уже нашел целую полянку. А знаете, почему не снимал? Потому что думал, что один, другой. Не думал, что сразу хорошая, достойная поляна грибов будет. В общем, это вот первый. Я потом решил уже походить, побродить. И вот смотрите, сколько уже здесь грибочков с одного места. Да, а тут еще один земляник кушаем, гриб срываем. Ой-ой-ой, вот это самый шикарный. Ох, какой. Вот так, с одного места, с одной поляны, одной масти. Красавцы. Приближаемся к нашим любимым березкам. А на подходе... В траве стоит царский белый. Вот такие вот люблю. Вот такие. О, это идеальный. Это пока что самый лучший на сегодняшний момент. Посмотрите, какой. О, сеточка прям видна. Царская форма. Класс. Я не раз уже показывал, что даже в осинах, именно в этом лесу, попадаются белые грибы. Вот такой красавец попался до этого. Я не думал, что он такой классный, не показывал. Вот сейчас показываю, посмотрите под губкой. Под шляпкой, какая губка. И вот тут попадается маленький в осинах. И посмотрите, он тоже шикардосный. Вот такие грибочки, конечно, мне очень симпатизируют. А вам, друзья, пишите комментарии. Ну вот это вот потрясающая находка. Сплошные белые попадаются. И посмотрите, какой он. Не, ну такие грибочки, конечно, радуют. Вот это да. Вот это красавец. Немножко вглубь до этого зашел, тоже собрал белых. Тут опять подошел к краешку леса. Лисички, кстати, много. Но лисичку попозже покажу. Какие-нибудь самые такие офигенные поляны. А вот такой вот беляшек попадается. Красивый. Попадаются крайне красивые грибы. Очень. Перед тем, как переедем в другой лес. И вот еще один крепышок. Кладем сюда вместе. И вот такая вот троица красавчиков. Это уже 4-й гриб, который я нахожу, когда возвращаюсь из леса. Я причем специально хорошо, когда иду в одном направлении, смотрю. Но все равно, то есть как показывает практика, друзья, все равно можно даже десяток, а бывает и 15 грибов пропустить. Посмотрите, какого я пропустил. А. Вот он колосовик. Ну, они уже лучше, конечно, стали. Покрупнее такие. Уже похожи на себя, более красивые. Посмотрите, вот это беленький, а. Много я уже грибов собрал, но итог покажу. Попадается еще один белый. В такой вот траве запутанный. Ой, что это? Панамка у гриба. Смотрите, кепочка такая. Кипарик. Бывает же такое. Прикольный. А вот они, наши роднульки. Подберезовики. Гробовики.
Вот такие вот подберезовички, горобовички. Снял уже толстовку. Жарко, жара начинается. Но это хорошо для грибов, слишком много влаги. Пусть будет жара. Вот это подберезовички, горобовички. Видите, желтая шляпка и на срезе темнеют. Зашел в глубину леса. Картина не меняется. Эти же шикарные подберезовики, горобовики стоят. Чистейшие они. Очень люблю эту земляничную полянку. Она здесь поспевает позже, потому что в теньке находится. И это мне очень нравится, потому что я уже собирал много ее. Вот это совсем спелое, это надо кушать. Вот. Ой, какая вкусная, душистая. Я уже во многих местах ее пособирал. И вот тут вот можно под конец земляничного сезона еще разочек по ней оторваться и собрать. В этом году очень много кушаю, минимально замораживаю. Замораживать не хочется, потому что еще очень-очень много. Вот сейчас буду собирать, постараюсь наполнить. Вот, прямо с этой полянки. Ну, не знаю, еще проверю сегодня клубнику, как она там. Сейчас мы земляничку вот эту отсобираем. И видите, сколько, смотрите, полно и крупно. И туда дальше уходит. И в заросли. Пособираем и перейдем дальше. А клубника поживает замечательно. И посмотрите, какая попадается. Еще зеленой очень много будет. Еще все впереди. Это я вот здесь на самую крупную нарываюсь. Посмотрите. Здесь еще сейчас доспеет. Вот здесь какая спелая. Посмотрите. Там целая куча. Какая красота. Друзья, сейчас буду показывать итог. Сильно не ругайте. Представляете, ножик забыл. Поэтому сегодня собирал грибочки с грязью. Ну, бывает такое. Вот где-то раз в два, раз в три года в какой-нибудь поход я забуду ножик. Чистил подосиновики, которые собирал в Москве. И забыл совсем с собой взять. Но ничего страшного. Итог грандиозный, смотрите. Дорогие друзья, поход грибоягодный окончен. И вот такой вот замечательный итог. Давайте пройдемся по корзинке. Здесь клубника с земляникой вперемешку. Внизу в основном и в середине земляника. Ну и сверху чуть-чуть покидал. Ну, половина земляники, половина клубники. Так получилось, что клубникой завершал. И клубника оказалась сверху. Но все будем кушать, поэтому ничего страшного. Ничего не раздавится. И вот такая корзина, можно сказать, это средняя корзина, но урожая в ней в два раза больше. То есть, по сути, здесь не только белые подберезовики, лисички. Белых больше всего. По сути, в самом низу и в середине одни белые грибы. То есть, основной сбор сегодня был по белым грибам. Хотя сверху вот видно, что есть лисички, подберезовики. Но это для разнообразия я так положил. Увидимся дома. А вот так вот выглядит уже чищенный урожай грибов. Приехал домой, обработал. Ну и ягодки. Видите, сколько земляники и сколько клубники. То есть я говорил, что земляника снизу и посередине, а сверху клубничка. Мы уже покушали немножко с мамой. А так, конечно, все равно еще много. Ну и грибочки. Ножки простреленные, шляпки чистые. Белых очень много, как я и говорил.